когда можно считать обновку действительно удачной, когда она удобная, качественная и вдовесок имеет фабричную цену. Сочетание всех этих трех качеств можно найти на финской ярмарке верхней одежды в Тамбове. В городе Санкт-Петербург там из-за пандемии закрылась огромная сеть магазинов «Лапландия». И директора этих магазинов решили, что сделать, чтобы товар в Финляндию не увозить. А сейчас это вообще невыгодно, потому что границы закрыты, сейчас из-за пандемии вообще что попало происходит. Они приняли решение по большим и маленьким городам весь свой остаток товара распродать со скидками под 70%. Мужской ассортимент финских портных славится кожаными куртками. Не стоит с недоверием относиться к облегченным вариантам. Такие согреют даже в самую суровую стужу. Подобрать можно и по величине. Автолюбителям укороченная модель, пешеходам подлиннее. Найдется на финской ярмарке на что положить взгляд и прекрасному полу. Шубы, пуховики, кожаные куртки и, конечно же, дубленки. Раньше дубленки, помните, были такие тяжелые, прям неподъемные. У меня сама мама рассказывала, что она, когда приходила домой, она снимала, ставила, они прям стояли. А вот эти дубленки, они что хорошо, вот это весь всего 300 граммов. Вот эта дубленка идет с лазерной обработкой, алмазным покрытием. Есть такое покрытие, как бисвекс. Это на основе пчелиного воска. Это когда все поры, которые есть, они полностью закрыты. И все там механические повреждения, все на это отталкивает. Теплой эту дубленку делает овечий мех, выпаренный по специальной технологии. А застежки молнии от японской фирмы UK будут радовать модниц не менее 15 лет. Очень благодарна ребятам, менеджерам, которые меня обслуживали, помогли подобрать вещи современную. И очень важно с такими скидками. Я сейчас вот, ну, то есть в стадии еще ищу работу, поэтому мне очень скидка важна. Я решила приобрести две вещи. Поскольку мне очень понравилось качество и цена подкупная. Приобрести качественную финскую верхнюю одежду в Тамбове можно по двум адресам. На Советской 161, вход со стороны улицы Чичканова, а также на Интернациональной 36. Работать ярмарка будет до 19 февраля включительно с 10 утра до 8 вечера. Марина Корякина, Николай Иванов, Анна Мусатова, область новостей.